той или иной степени, то есть изменение сертификата. Я вот, собственно говоря, живой свидетель того, что так это происходит. По крайней мере, здесь у нас такой такие человек, да? Сейчас вот только идет все меня. Скажите, а вы вот как жители региона, жители Подмосковья, а как считаете? Жители Подмосковья. Иногда там, иногда здесь. Сегодня вот здесь решили. Я работаю. Спасибо. Какие острые вопросы сейчас ставим на поток, что ли? Такая возможность, такого задания не было, да? А кто спросил про задушку? Мы же должны были быть там. Конечно. Представляете, сколько это испуга, да. А себе же вообще? Да нет, может, 22 года. Вот не первый, но он сознательный. Гражданин. Вот первый раз он голосовал по поправкам. По поправкам Конституции точно мы все первый раз голосовали. Это да, это правда. Спасибо вам большое за посвящение. Всего доброго. Всем правда здоровья. Здоровья. Спасибо. Ты смотри, скажи, что вышло. Я сейчас начну подсказывать. Я так не ожидал, что вам сегодня наберу. Я почему-то думал, из контакта не берется. Ну нет, у нас не все тут контактные. Глава семейства уже положительно проголосовал. Вы как для себя отметили, какие важные поправки? Положительно оценили? Да, безусловно, конечно, положительно. Для меня очень важны были поправки, все, что связано с детьми. И там мне понравилось. Yeah.
добавить, кстати, добавить. Это очень важно, потому что мы совсем недавно, буквально несколько дней назад, получили президентский грант. Да, одни из немногих очень сложно, потому что очень малое количество было таких грантов. Он был выделен на проведение киношколы в Крыму и в Татории. И в этом году мы надеемся, что Крым откроет для детей. И мы первый раз проведем международный кинофестиваль «Киношкола». Он будет 10 дней длиться, и из разных регионов страны, но в этом году, наверное, вряд ли получится ограничен, ну, потому что граница закрыта. Привезти детей оттуда, хотя предварительно договоренность у нас есть. Вот. Но мы очень рассчитываем на то, что в этом году от 100 до 500 человек будет участие детей. Берут участие в этом новом совершенно фестивале, который Бразилия поддерживает. Да, и вот он как раз и будет являться образовательным. Таким будет. Почему? По глазам-то все равно видно. Вот тогда лучше не улыбаться. Меня, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Я прям... Спасибо. Я, к сожалению, на практике. У меня было 3-3. И у сына 3-3. И у 7-1. Руку у меня. Ну да, руку. Вы знаете, вы его купили за... Нет, купили. Что-то... Вот. 4-4. Ну вот, а вот и у Вани я просмотрел. У меня тоже. Просто, да. Крюси. Нормально? Да, вообще вот есть столько дома, что я уж напугался. Да, да, ну да, я сейчас все погодил. Это 6 сентября 2016 года, да, выборы было сломано. Да. Но у нас потом с 2015 года здесь глобальное строительство, в самом главном в большом зале, да. Кстати, да, хороший. Вань, пойдем посмотрим. Пойдем, пошли.
Это очень так. А сколько всего вам лет получается? 10 лет у вас? С сентября 2017 кабашного боя. Да, сначала. Ну, мы помним, да, вы же рассказывали. А вот в 12-м мы зарегистрировали, как получается, организацию. Mm-hmm. А в этом помещении мы с 13-го года. Mm-hmm. А в 15-м году мне передали все в долгосрочную. Ну, в перчатке забыл. Тебе маска, но в перчатке. Наша сила маска в перчатке. А так большую часть дома сюда, ну как, ну, много ходит, и детей, и взрослых. Да, да. А когда тренажерку еще открыли, у нас же цены такие. Ну, сколько? 6 тысяч год. Да вы что? Тренажерный зал? Ну, я, знаете... А вот, кстати, какой режим работы? С 10 до 11. С утра до 11 вечера. Да, да, да. Но сейчас, когда если утренняя группа, мы пойдем, я покажу. Утренняя группа. А там прям группа у меня у вас? Нет. Тренажерка это так. Да, но я смотрю, что больше 15 человек в тренажерном зале не было. Вань! И вон там, получается, эту лесущую стену сделали проект, вырубили ее, и вот здесь, с экраном, с плазмой, да? Ну, тут, конечно, не так много пафоса, как и в других клубах, но тут больше людей, рабочие. Что помимо этого происходит еще другие движения? Как же вы все назвали свинь? Они новые, они будут. Поэтому сюда три основания на ночь. Три основания.